Платье моей мечты, которое я назвала «Северное сияние». Оно готово. Приветствую вас, дорогие любители творчества. Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. Итак, готов мой очередной шедевр. Да-да, я не побоюсь этого слова. Для меня это шедевр, который мне очень-очень нравится. Итак, напомню, что спонсором пряжи для этого проекта был московский магазин Snood Studio, который предоставил мне вот такую замечательную пряжу Alpaca Air Linas du Nord. Это итальянская шнурковая пряжа. Оттенок здесь 12. Сейчас напомню, сколько чего здесь, какой состав этой пряжи. У меня было 9 таких моточков, то есть 450 грамм. Это люксовая пряжа. Вот вы видите Luxury Line. 15% лана мерина меринос, 75% альпака и 10 полиамид. Вот такой прекрасный состав. Повторюсь, колор 12. И здесь 140 метров. Сейчас я, если найду метраж, 140 метров. Вот мы видим. Рекомендованные спицы 6-7. Я вязала здесь и шестеркой, и семеркой. И, в общем, платье весит, если вместе с рукавами, потому что, ну, конечно, пусть я как всегда, потому что рукава здесь снимаются. Вот так вот они выглядят сейчас. Эти рукава запросто могут служить шарфиком, челмой, как вы уже видели по видео. Ну и, конечно же, рукавами. Это платье-трансформер. Так вот, вместе с рукавами платье весит 610 грамм. Представляете? Длина платья 110 сантиметров. Девочки, 110 сантиметров. У меня рост 167. И размер платья где-то 50-52. Вот такое прекрасное изделие. Я могу рекомендовать вам этот магазин со 100% уверенностью, я имею в виду Snood Studio, потому что в этом магазине есть шоурум. Ленинградский проспект, дом 2, это адрес этого магазина в районе метро Белорусская. Если вы как бы захотите посмотреть, пощупать, поговорить с продавцами, вы можете проехать по этому адресу и убедиться, что этот магазин существует, что все, что вы заказываете в этом магазине, вы получите со 100% уверенностью. Потому что в последнее время очень много образовалось мошенников, которые нас обманывают и по составу пряжи, и отправляют нам вместо заказанного товара, вместо вот как спецади, отправляют там бумагу, болты, шапочки и все остальное. Я могу точно, я ручаюсь за этот магазин и могу вам его рекомендовать. Вот недаром говорят, скупой платит дважды. Так вот, чтобы быть уверенной, пользуйтесь проверенными магазинами. Это шнурковая пряжа. Платье, кстати, я стирала. Она немножечко распушивается, но не так, как кашемир. То есть она не набухает. И можно, ну, как бы, я рекомендую, спицы шестерка пойдут для этого полотна. Я начинала вязать вот здесь вот горловину семеркой. Но мне так нужно было, чтобы придать горловине определенную форму. А потом перешла на шестерку. И, в принципе, платье вязалось шестеркой только до, ну, там, где расширение юбки. Юбка здесь не совсем прямая, так как может показаться. Здесь все достаточно красиво.
Платье без швов, и к тому же платье имеет, ну, можно носить с двух сторон, как вы уже поняли. Я сейчас его выверну, и вы увидите вторую сторону этого платья, которая уже имеет такой этнический стиль. Так что это платье хамелеон в плане того, что лицо превращает, вернее, изнанка превращается в лицо. Вот посмотрите, вот так вот выглядит изнанка, если это так можно назвать. Здесь полотно более серое. Сейчас расскажу, какая пряжа еще здесь применялась. Вот вы видите лицо. Здесь такой узор с вытянутой петлей, который дает нам вот эту голубую полоску. Поэтому с другой стороны полотно выглядит, полотно юбки выглядит более таким вот голубым. С изнанки мы видим, что более серое. И вот, чтобы как-то сделать акцент и немножечко отвлечь внимание от изнаночного вот этого жаккардовой резинки, в принципе, мне она нравится даже и без вот этой бахромы, как выглядит с изнанки. Но мне захотелось вот эту бахрому, нынче модный такой штрих. И я вот сделала вот так. Тем более я люблю этнический стиль. И получается, что платье можно носить с двух сторон. Платье вязала сверху, реглан, погон. Вот так вот украшены линии реглана. Причем смотрится, что с одной стороны, что с другой стороны. Это смотрится достаточно красиво. Ну и резиночка 2х2, очень воротник с одной и с другой стороны, все это смотрится одинаково. Хотела сделать разрезы я в этом платье, а потом отошла от этой идеи. Ну, так, наверное, более правильно, более аккуратно. В общем, сделала платье без разрезов. Понравился мне еще вот это, понравилось вот это плотное закрытие петель внизу. Как это делать, я вам уже показывала. Это есть на канале. Ну, а для тех, кто хочет связать это платье в более комфортной обстановке, без рекламы, с подробным мастер-классом, обращайтесь мне на почту, которую я укажу под этим видео. Там не совсем попетельный мастер-класс, но основные моменты там показаны. То есть все, на что нужно обратить внимание, там все разобрано. Больше часа, наверное, идет видео мастер-класса в формате видео. Итак, что же здесь, какая пряжа еще использовалась, помимо вот этой спонсорской от магазина Snood Studio. Громаднейшее благодарю еще раз этому магазину. Магазин рекомендую. Я еще использовала здесь, как вы понимаете, что не могло уйти сюда 350 грамм. Я не помню, говорила я или нет. У меня было 450 грамм вот этой пряжи. И еще осталось, представляете, два полных моточка. Вот, два полных мотка. И еще немножко. Вот и платье 110 сантиметров. Можете себе представить. Платье с рукавами. Вот. Это тоже будет, скорее всего, жилет, который я буду комбинировать. Вот. Но об этом немножко позже. Вторая вот эта голубая пряжа, я вам, конечно, ее покажу, но ее, к сожалению, сняли с производства. Это пряжа Троицкой фабрики, которая называется «Шелковый блеск». Здесь 100% лиоцель или вискоза, вытяжка из эвкалипта. 400 метров в 100 граммах. Здесь я использовала два сложения этой пряжи. И еще одна махеровая ниточка. Кстати, спонсором здесь был замечательный магазин. Я теперь буду подчеркивать те магазины, в которых я 100% уверена. И это магазин Yarn21.
Вот этот магазин предоставлял мне много пряжи. Ну и одна из них — это вот от Ализе Kid Royal. Вот этот махер. Да, немножко покалывает, но я люблю вот такую приятную колкость. И здесь вот, значит, что использовалось? Две ниточки шелкового блеска. Вот этот махер от Ализе Kid Royal. И вторая, конечно же, пряжа — это вот эта Alpaca Air от Linas du Nord. Вот как можно скомбинировать, как можно подобрать вот такой интересный рисунок. Причем вы видите, что получается, что это не полосы, потому что смена нити идет в каждом ряду. И получается вот такая красота. То есть мы экономим пряжу. И даже из остатков пряжи, ну вот представляете, 350 грамм вот этой дорогущей пряжи я вот так скомбинировала и получила вот такое красивейшее платье. И потом, эта же пряжа вообще не колется, а вот эта альпака. И естественно, здесь вообще, ну, комфортно чувствую себя. А дальше можно одеть топ или комбинацию. Но в принципе я ношу на голое тело. Я вчера не вылезала из этого платья. Вот, на голом теле очень тепло, очень комфортно. Его можно носить и под поясок, вы в видео уже видели, и просто, и на одну сторону, и с рукавами, и без рукавов. Кстати, вот эти вот рукава мне еще пойдут в мой жилет, который я собираюсь связать, вот, чтобы израсходовать вот эту вот пряжу. И эти рукава пойдут, буду я носить и с платьем, и с жилетом. И жилет будет превращаться, конечно же, в джемпер или пуловер, в зависимости, какую горловину я там придумаю. И еще эти рукава, вы видели, с легкостью превращаются в челму. Ну, все вы знаете мою страсть к трансформерам. И эта модель — это еще мое одно воплощение, модель авторская. Я нигде это не видела, все пришло по наитию. Так что, кому понравилось, пишите, пообщаемся, договоримся, так скажем. Что еще хочу сказать? Конечно же, я приготовила вот такое украшение на быструю руку, чтобы это гармонировалось вот с этим этническим стилем. Посмотрите, здесь обычный шарик деревянный, такие продаются, по-моему, в иголочке я покупала. Обвязала я его хлопковой нитью в тон платью. У меня были вот такие бусины, вот такие, как их назвать, я не знаю, пистончики вот такие. Тоже покупала в каком-то магазине, по-моему, при Семеновской фабрике. Обычный шнурок в иголочке, вот такой круглый для ботинок. И я раскурочила свою шапку. Сейчас даже покажу. Вот гляньте на это чудо. Я думала, что этот мех пришит. Оказывается, он приклеен. И это очень даже мне помогло, потому что вот эти меховые полоски, я не знаю, кто это, чернобурка, они просто отслаиваются, в общем, отрываются. Вот в такие вот... Вот в такие легкие хвосты. Я не знаю, зачем я покупала эту шапку. Ну, такая, знаете, как из «Кавказской пленницы». Там у кого-то была такая шапка. Не знаю. Вот, я ее одела несколько раз, и все на этом. И вот пришла идея. Здесь получится вот с этими хвостами. Я придумаю либо красивую сумку, либо пончо с этими украшениями. Это все пойдет в дело. Ну, а пока я, вот говорю, я приготовила вот такое украшение, говорю, на скорую руку. Здесь есть вот такой небольшой карабинчик, и вот это можно отстегивать. Такой же карабинчик я пришью кисточкам, сделаю еще бахрому, такую кисточку из пряжи, и в зависимости от стиля, погоды и так далее, можно вот этот меховой хвост просто при помощи вот этого карабинчика менять на кисточку бахрому из пряжи и получать, можно даже эти кисточки сделать различных цветов
и носить это, допустим, под летнее платье, майки, топы. В общем, это украшение на скорую руку, но оно мне очень-очень нравится. Также под это платье «Северное сияние» очень хорошо подошла моя авоська, которую мы с вами вязали в стиле макраме. Тогда я что-то загорелась этой идеей. И, в общем, сумочка подходит под это платье на 100%. Опять же, если эту сумку не заберет моя дочь к своему платью «Восторг». Так она ко мне не смогла приехать. В общем, у них там запарка на работе. Работает 3-1. Естественно, через всю Москву ехать в один выходной не хочется. Ну вот, не могу обещать, может быть, завтра все-таки мы встретимся. И я покажу тогда, как этот джемпер «Восторг» сидит на Анечке. Ну и покажу ей эту авоську. Эта авоська подходит тоже под тот джемпер. Если заберет, значит заберет. Значит, сделаем себе что-то похожее. Девочки, а сейчас хочу поделиться с вами своей случайной покупкой. Как-то гуляли с Лешиком в парке и решили зайти, что-то нам там нужно было в фикс-прайсе. По-моему, кошачьи тарелки что-то разбились у нас, две миски кошачьи, вот эти фарфоровые. И мы их покупали там. В общем, зашли в фикс-прайс, и я не пожалела. Посмотрите, какое чудо за 200 рублей. Вот такие палантинчики. У кого есть фикс-прайс, зайдите, посмотрите. Вот этот вот шарфик, это мягчайший. Конечно же, синтетика, такая мягкая фланель, но очень приятная к телу. Вы видели, я делала из этого шарфа челму. В общем, я рекомендую, зайдите, посмотрите. Причем там есть разные расцветки. Опять же, не реклама, просто вот так вот я зашла и... Как раз это было, наверное, дня 4 назад. Я вязала платье, и я сразу увидела, что это, ну, просто подойдет к моему платью. 200 рублей, по-моему, стоит. Второй палантин тоже. Посмотрите, какая прелесть. Как красиво подходит к платью и к вот этой рубашке. Просто один цвет. Классно. Тоже 200 рублей. Я... купила два таких палантина. Один можно накидывать как, ну, накидку, да. Я планировала сделать пончо, но потом решила ничего не делать. Тоже 200 рублей. Две штуки купила. Сейчас я вот отойду. Здесь вот такие, видите, края вот такие вот зауженные к низу, ну, то есть наискось сделано. И причем с другой стороны то же самое, наискось, только в другую сторону. И он тоже двусторонний, видите? С одной стороны вот такой более темный, это как вроде изнанка. И с этой стороны более светлый. Ну вы посмотрите, как этот ансамбль просто вписывается под мое новое платье. В общем, один я закутываю вокруг шеи, очень красиво. Он так хорошо драпируется. Опять же, вот это вот... красивая бахрома. А второй накидываю на плечи. Здесь можно пришить одну магнитную кнопочку. И это будет вообще бомба. На куртку какую-то легкую. Да даже летом, когда прохладно. Места занимает в сумочке мало. В общем, вот такая покупка неожиданная. Совсем задешево. И как бы я вам рекомендую, зайдите, посмотрите. Там тоже разные расцветки. Но вот это моя расцветка под это платье. Сразу отвечу на вопрос. Ой, как хорошо, что есть дешевый акрил. Вот был такой вот комментарий к одному из видео. Девочки, мне кажется, что лучше уже вязать из полушерсти, чем пледы из акрила. Я думаю, что вы за копейки их купите, и не надо морочить будет себе голову. Но это чисто мое мнение. Вот вам, пожалуйста, палантин 200 рублей. Можно, кстати, их посшивать, посвязывать. Вот вам готовый плед. Все-таки плед я бы советовала вязать хотя бы из полушерсти.
а не из чистого акрила. Ну вот, мои хорошие, на этой ноте я буду заканчивать сегодняшний ролик. Еще раз от всей души благодарю магазин Snood Studio за предоставленную прекрасную итальянскую пряжу. Всем вам ее рекомендую. Всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.